Бугаев Денис, я принадлежу к плеяде или категории многочисленных служащих гражданских. Я коренной архангелогородец, я всю жизнь прожил в этом городе, я его очень люблю и не хочу никуда уезжать. Мое восприятие города связано с детскими воспоминаниями, когда мои родители вместе со мной ходили на день военно-морского флота, мы гуляли по набережной, смотрели салют, смотрели на то, как высаживается десант, где мы видели очень красивую большую реку, была очень красивая набережная, чистая, аккуратная. Очень часто можно услышать такое мнение, что любимое место в городе, в Архангельске, это работа и дом. И это в самом деле так в какой-то степени, но все же к такой категории людей я не отношусь, по той простой причине, что у меня есть и другие места, которые мне нравятся гораздо больше. Из всех мест, из всех улиц нашего города, мне больше всего нравится та улица, по которой я хожу по меньшей мере дважды в день, на работу и с работы. Я говорю об улице Чумбарова-Лучинского или о Чумбаровке, когда она приобрела именно вот такой вид в таком состоянии, когда она была именно стилизована под старину, когда появилась вот эта вот брусчатка, вот эти вот клумбы. Здесь каждый может найти то, что ему нужно, то, что ему нравится. Здесь есть магазины, кафе, рестораны, тихие уютные местечки, какие-то парки, скверики. Здесь можно спокойно гулять, не боясь быть сбитым машиной или обрызганным грязью. Мне нравится вот именно здесь, на этом отрезке, где располагаются фигуры, статуи бронзовые тех культурных героев, тех людей, которые, чьи имена неразрывно связаны с русским севером и с нашим городом. Здесь, как вы видите, есть фигура Писахова, чуть вдалеке располагается статуя Сени Малины, Ширгина. Я думаю, жители нашего города поддержат меня в том, что эта улица самая лучшая у нас –